Следующий. Александр Рыбкин, начальник информационного отдела Росгосцирка и по совместительству владелец сайта «Росцирк.ру». Что касается фестивального движения, то действительно очень нужная и полезная вещь для объединения всего циркового народа. Соответственно, и главная цель всего – это продвижение всего циркового искусства во всем мире. Это безусловно так. К сожалению, Эдвард сейчас нет, я бы хотел немножко прокомментировать, чтобы донести некоторую информацию по поводу очень продвинутого и известного сайта «Росцирк.ру». Что касается Михаила Дневковского, действительно, эта информация, касающая вас и, соответственно, фото, видео, располагается и на сайте «Росцирк.ру», который является частным ресурсом, и, соответственно, на сайте, официальном сайте Росгосцирка, «Циркус.ру». Вот. А что касается, вот здесь вот много людей, которых я часто писал, и не дадут мне соврать, что это действительно так, и вся информация, тоже, и та информация, которую мы владеем, и она позитивна и безусловно появляется и на том сайте, на официальном, и на частном ресурсе, которым владею я. Что касается Марины Владимировны. А вас эта информация... Знаете, давайте мы не будем персонально, да. У нас все-таки придерживается я же коротко. Вот фестивали, вот как вы освещаете... Безусловно, я об этом и говорю. Я об этом и говорю. То есть все, что касается и то, что нам присылается, мы освещаем. Более того, вот ваша информация, она есть на официальном сайте, как вы, соответственно, вы как артистка Росгосцирка. Да? Все это есть. Я вас очень прошу, чтобы вы внимательно отслеживали, действительно, она появляется всегда о том, что мы знаем и то, что нам сообщают. Поэтому я хочу вас призвать всех, дорогие коллеги, к объединению всех наших ресурсов, всей нашей информации, которая появляется. А вот вопрос. Присылайте. Можно? Вот вы говорите то, что нам присылается. Вы дважды повторили, что нам присылается. Да. А вот вы поиск талантов сами осуществляете или нет? Вы знаете, я не занимаюсь кастингом, я лишь даю всю информацию, которую я владею, которую нам прислали. Безусловно, вот здесь вот Алексей Сарыч, он всегда к нам приходил, потому что он, я считаю его действительно молодцом в том плане, что он понимает значимость этого дела, он приходит, дает информацию. Миша Иванов. Все, понятно, можете не передавать, да? Мы поняли. Поэтому извините, что я отвлек вас. Нет, пожалуйста, конечно. Ваше внимание, извините. Пожалуйста, спасибо большое.